Приветствую вас. Давайте я вам сперва отвечу, наверное, на второй вопрос. Значит, а потом уже отвечу на первый. Потому что, как бы, ваше поведение, оно будет зависеть во многом от именно второго вопроса, от того, как вы его для себя воспримете, как вы его для себя поймете. Значит, если у человека чувства к вам вроде влюбленности и страсти, то вероятно, что будут серьезные отношения есть, конечно. Но небольшая, потому что страсть, влюбленность – это чувства сильные. Страсть и влюбленность – это чувства яркие, они проходят, потому что, как и любые другие яркие чувства, они не могут быть долго. И на их месте либо остается безразличие и пустота, либо проявляется что-то большее. Значит, знаете, для молодых людей, то есть если вы молоды, вот, ну, до 30 лет, может быть, даже до 32-33 лет. Это нормально. То есть нормально 25, 26, 27, 8, 9 лет влюбляться, испытывать страсть и так далее. Но при этом, если слишком быстро поддаться этой страсти и на волне страсти развивать отношения, то, значит, вы очень быстро сойдетесь, вы друг друга не узнаете, потому что страсть будет мешать это сделать. А когда пройдет от 3 месяцев до полугода, сразу будет уходить, если вы друг друга не узнаете, если вы друг другу не притретесь, а уже, например, будете жить вместе или что еще драматичнее, например, поженитесь, ну, значит, начнутся проблемы. Ссоры будут, скандалы будут, поспорят постоянно, конфликты, ну вот. Связано это с тем, что когда влюбленность, когда страсть, сильная страсть и сильная влюбленность, о реальном человеке не думаешь в этот момент. О реальном человеке не думаешь. Есть, скорее, некие такие образы, которые имеют место быть, и которые имеют доминирующую позицию. То есть, доминирующая позиция восприятия человека, доминирующая, значит, сфера, это образность. Тот образ, который вы или молодой человек сам себе построили. И если вот этот образ будет единственным, на что опирается человек при восприятии другого,
то любой выход, любое отклонение от образа в дальнейшем спровоцирует негатив. Соответственно, нельзя ориентироваться на влюбленность и на страсть только в отношениях любых. Если вам больше 30, то особенно. Если вам больше 25, то страсть и влюбленность хорошо, но нужно уже думать о будущем, особенно если у каждого из вас уже были какие-то вот отношения раньше, в которых вы были. Далее. Как влюбить себя мужчину? Если он сказал, что вы нравитесь ему как девушка, хороший собеседник. Ну, для начала. Хороший собеседник – это как? То есть, мужчина любит говорить? Или мужчина любит вас слушать? Вы уверены в том, что мужчина слышит вас? Вот когда вы разговариваете с ним, вы уверены, что он вас слышит в этот момент? Он вас воспринимает, то, что вы ему говорите, вашу точку зрения и так далее? Если да, то хорошо. Если нет, то хороший собеседник – это просто фикция, которую мужчины используют для того, чтобы вас расположить к себе. Соответственно, как понять, случит он вас или нет, то довольно просто. Вы можете спросить у него после 2-3 дней, о чем вы говорили вчера, позавчера. Он просто скажет, что вот я забыла. О чем? А тут вот что-то важное надо вспомнить, я не помню. Не подскажешь, о чем мы с тобой говорили, что я говорила. Вот. Вы можете как-нибудь еще придумать, там вариантов много. Значит, это первое. Значит, если мужчина не воспринимает вас как собеседника, то нужно, чтобы воспринимал. Для этого нельзя, вот особенно сейчас, в период влюбленности, в период страсти, вступать в сексуальные отношения. Нельзя сближаться с ним. И нельзя, в общем, подсказывать, что он у вас единственный только. То есть желательно, чтобы были кавалеры у вас еще. Желательно, чтобы вы с ними общались, ну, чтобы это просто были ваши друзья. Чтобы мужчина видел, что вам пишут другие мужчины. Чтобы он не вызывал у него ревности. Да, то есть ревность вызывать не надо, флиртовать не надо. Принимать ухаживания от других мужчин, да, можно, но флиртовать самой с ними не надо. То есть, ну, так, мол, сдержанное приятие. Сдержанное приятие других мужчин. Чтобы ваш видел, значит, что вы, в общем-то, открыты, что у мужчин есть конкуренты и так далее. Вот. Это первое. И, значит, у него будет стимул для того, чтобы к вам прислушиваться, для того, чтобы с вами постоянно налаживать диалог, постоянно быть в диалоге, чтобы он был заинтересован в этом. Именно в общении. Это первое. Второе. Ну, вы вот сами прикиньте,
Что у вас общего? Что нравится вам в этом мужчине? Есть у вас общие темы для разговора? Нравится ли вам общаться, не нравится ли вам общаться? И так далее. Значит, интересно ли вам с ним? Что вас реально связывает? Можете ли вы заниматься чем-то сообща? Можете ли вы, какую-то совместную деятельность устраивать? То есть у вас что-то, помимо вот непосредственного восприятия друг друга как мужчины и женщины? Нет у вас этого человеческого, личного, социального и так далее. То есть старайтесь проводить больше времени с ним, да, чтобы он с вами проводил больше времени. Можете позволять ему обнимать себя, можете позволять ему целовать себя. Но в сексуальные отношения не вступать. Вот. То есть, просто вот. Значит, я хочу себя получше узнать. Я хочу, чтобы ты меня получше узнал. Вот. Ну, посмотрите, как он будет себя вести. Но если хотите влюбить себя в мужчину, то лучше это проявлять недоступно, потому что мужчина должен завоевывать женщину, если он, конечно, классический мужчина, Вот. Если он не классический мужчина, то есть если он там за партнерские отношения и так далее, это уже вопрос, немножечко другой здесь. А вот. Далее. Ну, а поскольку мы сказали о том, что у вас могут быть поклонники, да, другие, то, соответственно, у него тоже могут быть другие женщины, кроме вас. Ну да, их может быть и нет, но кроме вас другие женщины, ну, могут быть. Это может быть общение, да, это может быть, какие-то дела общие, просто, в конце концов, объект сексуального влечения и так далее. Это другие женщины могут быть. И вот вам самое главное, значит, понять для себя, чем вы лучше других женщин для мужчин. Именно для этого мужчины, чем вы лучше. И если вы видите, что вот у мужчины такие предпочтения, что ему нравятся вот определенные женщины, что ему нравится там определенное поведение, ему нравится там определенный внешний вид, ему нравятся определенные разговоры, ему нравится определенная там, скажем, осанка движения и прочее, да, ему нравится определенная интонация, там определенный выбор, цвета одежды там и так далее. Подумайте для себя. Вот вы можете все это, что ему нравится, сделать частью своего имиджа, частью себя, без ущерба себе и без вреда себе. Если да, будьте именно такой женщиной, и тем самым вы дадите почувствовать мужчине себя с вами, мужчине с большой буквы, и он никогда, если это серьезный мужчина, конечно, если это серьезный человек, он никогда не променяет вас на кого-то еще, на кого-то другого. Никогда. Вот. Ну, это, конечно, при условии, смотрите, человек серьезный, немедленный и так далее. Ну и вот так
вам нужно провстречаться примерно полгода. Желательно без секса, конечно. Желательно без интима. И желательно, чтобы вы себя не отдавали полностью. То есть полгода — это вот такой оптимальный срок. Значит, чтобы вы узнали человека более-менее, узнали его привычки, его какие-то предпочтения, его взгляды, его желания, его самого, и смогли уже себе более-менее ответить на вопрос, подходит вам человек или нет. Если подходит, если у него к вам чувства сохранились, если он по-прежнему с вами, если он по-прежнему за вами ухаживает, ну вот здесь уже все зависит от вас. Можете предложить мужчине посетить вместе, можете вступить с мужчиной в интимные отношения, потому что если полгода вытерпел и влюбленность у него была, например, вы видите, что он теперь спокойнее относится к вам, но все равно трепетно, бережно, ну, то тут вот уже, в принципе, можно сближаться. Можно сближаться. Ну и вот, собственно, если у него есть любовь к вам, то есть если что-то вспыхнуло, за это время он к вам привяжется. За это время он вас узнает как следует. И либо у него будет к вам любовь, и она вспыхнет, либо нет. И он за это время отпадет сам собой. И это будет означать, что мужчина не ваш. Хочется сказать, что какие бы вы действия не предприняли, не факт, что влюбленность перерастет в любовь. Тут никто этого не гарантирует. Я вам. Влюбленность всегда, вот всегда перерастает в любовь. Ну, только не совсем обычную любовь. Если это зависимость человека от вас. Я не уверен, что вы хотели бы этой зависимости. Поэтому независимый человек, он все-таки должен пройти вот эту вот стадию развития. И только исключение является только то, исключением является только то. Если вы чувствуете, что человек вообще вас, что вам с ним хорошо, что вам с ним интересно, что у вас куча всего общего, куча всего родного интереса вместе вы делаете, помимо интимных отношений, да, помимо личных отношений. И вообще вам с ним легко, вам с ним комфортно, он вас во всем понимает, идеально вы во всем совпадаете. Если только так, то там можно ускориться, конечно. В этом случае полгода для себя обязательно, здесь можно наоборот даже потерять. Вот. Ну и, собственно, что? Перед мужчиной лучше выглядеть в определенном образе. Перед мужчиной лучше стараться показывать себя только с сильной стороны, с ваших сильных сторон. Не бояться быть слабой, не бояться на него перекладывать ответственность за решение каких-то задач. С любопытством, но настойчиво выяснять у него взгляды по поводу тех или иных моментов. То есть не бояться обсуждать какие-то вещи, не бояться спорить, смотреть, как он спорит себя ведет,
в дискуссиях, умеет ли дискутировать, умеет ли наговариваться, умеет ли решать проблемы. В эти все ситуации мужчину нужно ставить. Будете смотреть сами, как он себя ведет, будете делать для себя выводы, не будете бросаться в омут с головой. Ну и, соответственно, мужчина будет тоже видеть и тоже для себя будет делать какие-то выводы. То есть, знаете, глубокие чувства, чтобы они возникли, не нужно спешить. Не нужно спешить. Да, это в некоторой степени риск. Риск оттолкнуть от себя человека. Но задайте себе вопрос. Если человек отталкивается, если вы видите, что он отдаляется, ваш ли это человек по факту? Нужен ли вам такой, который не готов бороться за свою женщину? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.